переходим к отделу постельного белья. Кто вот любит, я покажу все варианты, смотрите, которые есть. Довольно выбор большой. Итак, первое, что у нас: пододеяльник, одна наволочка 1000 гривен, пододеяльник, две наволочки 1400. Белый, белого цвета, нитки 85% катон, 15 лиоцел. Белых вариантов, видите, довольно много, но они все разные по цене. Дальше белый тоже пододеяльник плюс наволочка, 500 гривен белый, 100% катон. Очень приятный, кстати. Дальше пододеяльник, одна наволочка 400, две наволочки 500 гривен. Тоже катон, но разница в количестве ниток на дюйм. Если предыдущий вариант 125, этот вариант 152. И разница в цене. Разница в цене дешевле, а потому что здесь другой размер. В общем, обращайте внимание еще на количество ниток. Дальше вот такое вот белое. Ну, смотрите, здесь идет полоска. Видно вам? Такая полоска. Одна наволочка 899, две наволочки 1300. 60% катон, 40 лиоцел. Вот оно как бы блестит немножко. Дальше опять же белый вариант. 600 и 800. 85% катон, 15 лиоцел. Вот такое белое. Далее поехали. Также белая, но смотрите, окантовочка красная. Одна наволочка 600, две наволочки 800. Белый с красным. 85% катон, 15 лиоцел. Всем покажу его наверху. Ой, я не заметила, что предыдущий вариант, там тоже окантовка серая называется. Окантовка серая. Вот она. Здесь красная. Вот. Следующий, этот вариант с птичками, который я вам показывала ранее, очень красиво смотрится, прям такая вышивка. Вышивка. Так, здесь у нас пододеяльник, наволочка 1300, две наволочки 1700. 100% лиоцел. Вот он, материал, знаете, он очень такой скользкий, мягкий, очень приятный. Лиоцел. Следующая, смотрите, очень мне нравится также вот такой рисунок. Серые цветы на белом и вот такой еще серый. Значит, вот такой вариант. 600 и 800, да, одна наволочка, две. 100% катон. Но количество ниток здесь 182. Следующий вариант. Пододеяльник, одна наволочка 400, 2 700. Здесь 80% катон, 20% вискоза или искусственный шелк. Очень приятно. Приятное, что это, что это. Очень красиво смотрится. Значит, узнала я про этот комплект про Лиоцел. Хотела вам рассказать, что это такое. Это ткань, усовершенствованная вискоза, можно так назвать. Ее делают из целлюлозы. Более новая, нового поколения ткани. Поэтому она дороже, потому что она имеет преимущество перед другими. Она очень прочная, прочнее, чем даже вискоза. Поэтому, говорит, комплекты из лиоцела, они по цене самые, получается, дорогие. Но есть также добавка. Есть комплекты, мы с вами видели, где идет добавка лиоцела, а не 100%. Но 100% это вот это единственное с птичками. Но вы знаете, она на ощупь очень отличается. Она как... Мне она похожа как сатин, вот что-то такое. Очень такая скользкая. Так, поехали дальше. Серое белье. 500 и 700, 100% катон. Наволочка с клапаном написано. Так, следующее. Также вот такие серые, очень интересные узоры. 500 и 600, 100% катон.
Следующая серая в полоску. 600 и 850 катон. Но количество ниток 118, то есть меньше, чем предыдущие варианты. И тоже такой же похож узор, но здесь у нас что? Тоже катон, но мы смотрим на количество ниток. Здесь 118, здесь 200, поэтому цена в два раза дороже. Следующая также серая, 600 и 800, 85% катон, 15 лиоцел, но 200 количество ниток, то есть довольно плотная, очень плотная ткань. Так, дальше серые сердца. Серые сердца 300 и 400, 65% катон, 35 полиэстер и 120 количество ниток. Дальше вот такой черно-белый узор, 600 и 800, 80% катон, 20 вискоза. Следующая, смотрите, какой узор, кто любит мелкие узоры, вот такие. Сейчас мы с вами приблизим. Очень интересный вариант, 400 и 500 гривен, 100% катон, но количество ниток 104. Дальше полоска. 800 тысяча, 85 катон, 15 лиоцел, но количество ниток 200. Если количество ниток выше, естественно, цена идет сразу выше. Светлый вариант, смотрите, какая. Светлая, приятная, белый и светло-бежевый узор. 700 и 1000 гривен. 85% катон, 15 лиоцел. Следующая пододеяльник и наволочка вот такого плана, светло-бежевый, 900-1300, 60% катон, 40 лиоцел. Боже, мне еще половину. Я, возможно, буду уже не буду называть, чтобы на слух не нервировать. Буду просто показывать, да? А вы уже сами все увидите. Некоторые варианты только покажу, которые вот такие яркие, смотрите, с цветами. Очень красиво. Но здесь идет вариант только 1-2 на 2. Нет варианта полуторного, 100% катон и хорошее количество ниток, 152, то есть довольно плотно, очень красиво смотрится. Вот он. Здесь. Следующее, белый и темно-розовый, тоже очень красивый комплект, 500 гривен и 700, 100% катон. Красивые варианты. Дальше розовая полоска, вот такая вот цена. Далее покажу просто. Здесь 60 катон, 40 лиоцел, поэтому цена уже выше. Красно-коричневый цвет называется. Вот такой вот красно-коричневый, яркий такой цвет. Это следующий набор, тоже самое, 40, здесь добавка 40 лиоцел. Называется темно-зеленый цвет. Следующая зеленая полоска. Здесь катон 100%. И вот такое же одеяло белый-синий, как с красным вариантом. Я показывала не дело, а пододеяльник 100% катон. Далее смотрим. Которое я уже тоже показывала. Клетка. Клетка. 100% катон. Далее белый синий картатый. Это какой интересный цвет? Картатый. Картатый. Да. Здесь у нас. Здесь уже внимание, 35% полиэстер, поэтому цена более идет бюджетная. Где идет добавка полиэстера? Следующее, темно-синий с белой вот такой вот окантовочкой. С белой окантовочкой, вот показываю сверху. 85% катон, 15 лиоцел. Вот,
как покрывало такое, выглядит очень мягкое, очень мягкая ткань, 100% коттон, оно как одеяло такое приятное. Далее темные красные тюльпаны на темном, 15% добавка лиоцел, 85 коттон. Так, подвигаемся к финишу. Посмотрите, сколько я вам уже показала. Все. Так, пододеяльник. 60 коттон, 40 лиоцел. Темно-серый. Клетка. 100% коттон. И последняя клетка. Клетка бусковый. Это какой? Фиолетовый, да? 100% коттон. Смотрите, сколько я вам показала. Кто вам еще так покажет? Кто вам еще, как не я, покажет абсолютно все. Так, и мы дошли с вами до самой низкой цены. 199 гривен под одеяльник и наволочка 150 на 250 на 60 подушка. Сейчас мы посмотрим. 199 гривен. Что это за цена? Почему такая цена? Потому что 52% полиэстер, 48% коттон, 50 на 50. Оно, конечно, чувствуется, но, в принципе, очень даже тоже приятный. Вот они. Это они? Это 2 на 2. 2 на 2 стоит 300 гривен. 300, а... Полуторка, 150 на 2, 199 гривен. Так, здесь внизу у нас все то, что я вам показала. Все эти комплекты запечатаны. Вот они все. Нет смысла здесь проходить. Я вам все показала. Единственное, что еще в этом видео я вам покажу, это просто на резинке. Очень-очень важный момент. Давайте смотреть. Просто на резинке 180 на 2 белого цвета, 299 гривен. Обычная, простая, да, белая, 100% коттон. Очень хорошая цена, очень. Вот, внимание, да. Дальше, 180 на 2, также белая, 399 гривен. Тут уже немножко другая ткань, хотя тут также написано 100% коттон. Но видно даже через пакет, что ткань разная. Дальше есть вот такого цвета. 399 гривен, 180 на 2. Розовая. Вот смотрите, кому нужны узоры на резинке. 449 гривен с такими узорами. И серый вариант 449. Есть также синие, допустим, темно-синие. Темно-синяя, кстати, по цене 599. И еще темно-серая, самое, да, дорогое, 799 гривен. Так что цена тоже разная. Нужно изучать, что зависит от ткани, от цвета. То есть много чего зависит и влияет на цену. Также бюджетный вариант. Здесь 65 коттон, 35 полиэстер, поэтому бюджетный. Единственное, что мне не нравится, что наволочки здесь 50 на 60 у всех стандартные. Не знаю, мало у кого, мне кажется, такие подушки маленькие. 50 на 60. Не совсем стандартный размер. А вот, смотрите, просто на резинке. Кстати, мне вот такая нужна, зеленая. Здесь прямо не развешаны. 249 гривен. Вот, 90 на 200. 100% коттон. Вот два стеллажа еще с простынями на резинке. Значит, здесь разница в том, что здесь полностью все варианты. 160 на 2 размер, смотрим.
399, 349 от и выше. А здесь соседний вариант 140 на 2. Полуторные. Смотрим, разные тоже цены. От самый дешевый 179 до 450, зависит от цвета. А вот у нас наборчики, 599 гривен, плюс две наволочки, пододеяльник и две наволочки, 599. Какой это именно, как понять? Поняла, какой, вот этот серый, вот они, вот вариант ткани, серый, темно-розовый с белым. Вот такой вариант, белый с синим. Очень, кстати, мне нравится. Мне нравится качество ткани, не так, как даже рисунок. Когда я вот эту ткань трогаю, знаете, классная на ощупь. И вот такие стоят 599 гривен. Большой пододеяльник, две наволочки. Друзья, очень надеюсь на вашу поддержку. Это действительно не просто было. Посмотрите, сколько всего я вам отсняла. Это все время. Это все физически тяжело. Поэтому подписывайтесь и, конечно же, ставьте лайк. Это будет самая лучшая поддержка для моего обзора.